Продолжаем деловое утро на телеканале РБК. Сегодня ровно 100 лет с начала Первой мировой войны. 28 июля 2014 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии и тем самым развязала один из крупнейших вооруженных конфликтов в истории. Телеканал РБК подготовил серию специальных репортажей, посвященных Первой мировой, и они будут в эфире в течение всей недели. Сегодня речь пойдет о роли Российской империи в конфликте. Эта же тема станет главной в программе Жанны Немцовой. Глобальный взгляд в 15 часов 35 минут. Итак, прямо сейчас первый репортаж серии о мировой войне, а через 20 минут в эфир выйдет материал об участии России. Каждый год французский президент приходит на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Захоронение под Триумфальной аркой появилось в 1921 году, через два года после того, как закончилась Первая мировая, или, как ее тогда называли, Великая война. Эту войну действительно назвали Первой мировой после Второй мировой. Потому что никто в то время не знал, что она будет первой. А ее называли современники, да, Великой войной. В России было популярно ее название Вторая Отечественная, после, так сказать, Первой Отечественной 1812 года. 38 государств из 59 тогда существующих. Более 73 миллионов мобилизованных солдат и офицеров. Первая мировая стала первой не только по масштабу военных действий. Впервые в истории человечества битвы одновременно велись на суше, на море, в воздухе и под водой, но и по числу жертв, а также финансовых потерь. Последняя четверть 19-го, начало 20 века – период небывалого экономического подъема практически всех стран. В США с 1870 по 1913 годы объем промышленного производства вырос в 9 раз, в Германии – почти в 6, во Франции – в 3 раза, в Англии – в 2. В России экономический бум начался чуть позже, в 1909 году, но за предвоенные годы страна вышла на первое место по экспорту зерна и наполовину увеличила производство товаров. Это был период такого роста экономик и такого технологического прогресса, что у многих политических руководителей тогда родилось вот это ложное ощущение их всесилия. Одно из самых, наверное, опасных состояний для любого политика. Да? В конечном итоге непонятно, кто даже был большим авантюристом. Русский император, президент Франции, император Германии, все они были в общем во многом авантюристами. С ростом благосостояния росли и противоречия между ведущими державами. Объединившаяся Германия нуждалась в новых рынках сбыта. Немцы взяли на вооружение фразу Отто фон Бисмарка «Нам нужно свое место под солнцем». Но мир уже был поделен между колониальными державами. Великобритания не собиралась давать свои позиции. А во Франции мечтали о реванше за поражение во франко-прусской войне, по результатам которой французы отдали немцам Эльзас и Лотарингию. К войне готовились все. Но лучше всего к войне были подготовлены немцы. А потенциал самый высокий был у Соединенных Штатов. Лучше всего говорят цифры. Вот смотрим. На 1913 год. Выплавка стали. Великобритания 7,7 миллиона. В год тонн. А Германия 17,6, больше. Россия 4,8, США 31,8. То есть у Германии больше, чем у России существенно, но у США в два раза больше, чем у Германии. Повод для начала войны не заставил себя ждать. 28 июня 1914 года в Сараево раздался выстрел, который изменил мир. 19-летний сербский студент Гаврила Принцип убил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия выдвинула Сербии заведомо невыполнимый ультиматум, а затем объявила войну. Россия заявила, что не допустит оккупации, и начала мобилизацию. Германия стянула войска к границе и объявила врагами Россию и Францию. Военачальники всех стран сделали ставку на быструю и победоносную войну. Никто не ожидал, что война продлится так долго, что будет стоить так дорого, что приведет к таким огромным жертвам. Все считали, ну и были на то основания, в общем, определенные, что война будет краткосрочной, быстрой, победоносной. И поэтому война считалась, в общем-то, приемлемым способом разрешения многих, очень многих, самых разнообразных противоречий между отдельными державами и группами держав, между блоками, которые к тому времени уже сложились и, в общем, были вполне, так сказать, очевидно против друг друга настроены.
Немцы взяли на вооружение план Шлиффена, военную доктрину, которая предусматривала разгром французской армии за 40 дней. Они вторглись в Бельгию, а затем и во Францию, но в России не стали ждать развязки и, не завершив мобилизацию, вошли в Восточную Пруссию. Линии фронта и западного, и восточного растянулись на сотни километров. Европа заполыхала. Германский план Шлиффена провалился. Англия, Франция и Россия воевали с переменным успехом. Война постепенно превратилась в окопную, где бои шли не за километры, а за метры земли. Накопленные боеприпасы быстро закончились, и возникло то, что историки потом назовут снарядным голодом. Тогда были предприняты очень серьезные шаги. Была создана сеть новых снарядных заводов. Это делало и государство, и частный бизнес, так называемые военно-промышленные комитеты, которые создавались деловой частью населения внутри страны. И я должен сказать, что в целом России удалось выстоять, перестроив экономику. Уже с 16 года у нас недостатка в снарядах не было. Через 3 года бюджеты стран-участниц Первой мировой стали трещать по швам. Топливный кризис, инфляция, голод. Нехватки продовольствия избежала разве что Россия. Но и в Российской империи не хватало средств на ведение войны. Долг по внутренним и внешним займам достиг 43 миллиардов рублей. Всеобщая мобилизация и огромные потери на полях сражений привели к дефициту рабочих рук. Потери были колоссальные, но только вот безвозвратные потери около 10 миллионов – это по масштабам приблизительно потери всех стран во всех европейских войнах за 1000 лет. Этот факт говорит уже, мне кажется, сам за себя. Но около 20 миллионов там раненых, искалеченных и так далее. В 1917 году к Антанте присоединились ранее державшие нейтралитет Соединенные Штаты. Они начали помогать продовольствием, промышленными товарами и вооружением. В это же время в России произошла февральская революция, а затем к власти пришли большевики. В марте 1918 года Советская Россия заключила с Германией Брестский мир, первый выйдя из войны. Договор предусматривал отторжение территории площадью почти 800 тысяч квадратных километров и выплату 6 миллиардов марок репараций. Через год в Версале подпишут мирное соглашение, в котором Германия признала себя побежденной. Но Россия в этих событиях уже не участвовала. На этом самом месте, в московском районе Сокол, располагалось кладбище, где хоронили русских солдат, погибших в Первую мировую войну. Оно протянулось от Песчаной улицы до Ленинградского проспекта и было крупнейшим в Европе. Здесь нашли свое последнее пристанище 17,5 тысяч человек. В 30-е годы по решению советского правительства все надгробия и памятники были снесены. На части этой территории теперь располагается парк, часть застроили жилыми домами. На память о жертвах той войны теперь остались лишь вот эти вот памятники, возведенные здесь уже в 90-е годы. Не только в Москве, но и во всей России не осталось ни одного кладбища времен Первой мировой войны. Могила студента Московского университета Сергея Шлихтера в своем роде уникальна. Надгробие уцелело благодаря его отцу, известному большевику и наркому продовольствия. Кроме таких вот разрозненных могил, говорящие свидетельства того времени, лишь музейные экспонаты и черно-белые снимки, зачастую безымянные. Те, кто печатались в официальных изданиях, у них еще были имена. А вот эти миллионы, миллионы фотографий, которые остались после непосредственных участников, они, как правило, неизвестные авторы. Я думаю, что каждый из них, когда снимал, надеялся, что этим снимком он что-то сделает в будущем. Первая мировая война стала первой во многих смыслах. Впервые в истории население воюющих стран составило свыше 1,5 миллиардов человек. Впервые было применено оружие массового поражения. И, как следствие, впервые мир понес такие масштабные людские потери. По официальным подсчетам, в боях погибло более 10 миллионов человек. Первая мировая стала и первой войной индустриальной эпохи. Именно тогда появились танки, подводные лодки, военные самолеты, торпедные катера. Масштабный вооруженный конфликт впервые привел к небывалой милитаризации экономики воюющих стран. Перекроена была и геополитическая карта мира. Испытания войной не выдержали 4 государства. Распались Османская, Германская, Австро-Венгерская и Российская империи. Мирный договор в Версале лишь юридически поставил точку в этом многостороннем противостоянии. Впоследствии миру пришлось пережить жесточайший экономический кризис, а через 2 десятилетия еще более масштабный военный конфликт, многие из причин которого корнями уходят в Первую мировую войну.